мы прилетели для усиления нашей группировки здесь у вас в Якутии. Первая группа у нас здесь работает уже второй месяц. Вот мы приехали помогать и усилить эту группировку. Тюменская авиабаза, нас приехало 20 человек. Вместе с Кантейской авиабазой вот, нас сегодня прилетело 50 человек. Взяли все необходимое для работы в лесу на кромке пожара. Ну вот вы, наверное, уже общались со своей первой командой, которая здесь работает. Так. Что они говорят, какая ситуация? Ситуация очень тяжелая. Сушь стоит, воды мало, дождей нет, сильный ветер. Это затрудняет тушение этих лесных пожаров. И вот крайняя информация, я получил, что нашу группу вывезли на населенный пункт. Угроза населенному пункту, название, правда, не помню. Вот они работают сейчас на этом населенном пункте.